Я хочу быть балериной и танцевать в Большом театре, танцевать лебединое озеро. Одной мечты для балета этого недостаточно. Для этого еще необходимо сильный характер, стремление, усилие, трудолюбие. Эмма — это тот ребенок, который фанатеет балетом. И ей сейчас 9 лет, и она уже мечтает выйти на сцену Большого театра в Лебедином озере. А наша задача как педагога, друга, мастера, профессионала, который прошел уже этот большой путь, помочь молодому, маленькому, совсем не знающему этого мира человеку, мечтающему стать балериной, мечтающему стать артистом балета. Почувствовать себя хоть немножко балериной, либо артистом балета.